Я тебе вручаю, пожалуйста, учитесь, хорошо, будьте умненькими. Незатейливый подарочный набор, ручки, тетрадки и прочие канцелярские принадлежности. Но такие привычные для любого школьника предметы на самом деле доступны далеко не всем. Подходи сюда. Иди, блин. Иди, ты очень красивая, иди, не стесняйся. Благотворительная акция «Скрепка» – лишний повод для неравнодушных людей проявить заботу о тех, кто находится в непростой жизненной ситуации. Принять участие в этом мероприятии решили как простые десногорцы, так и местные организации. Много было сказано про 1 сентября. Это великий день, день знаний. Для кого-то в первый раз, для кого-то уже он не новый. Благодаря этой акции начало учебного года особенно запомнилось учащимся школы-интерната в Якимовичах. Там молодежный совет «Смоленск-Атом-Энергоремонта» подарил первоклашкам ручки, тетрадки и просто приятные подарки. У нас для вас небольшие подарки. Вас руководители, я думаю, нас поддержат. Мы приготовили сладкие подарки. Теплая атмосфера была и в Десногорском центре социальной помощи «Солнышко». Ветераны Смоленска АЭС надеются, что школьные принадлежности помогут ребятам в учебе и в дальнейшем профессиональном росте. Вы должны учиться отлично. Вы ведь наши следующие кадры, которые будут эксплуатировать атомные станции. Акция «Скрепка» проводится с 15 августа по 15 сентября. За это время волонтеры посетили как специальные учреждения, так и отдельные нуждающиеся семьи. Идея помочь школьникам всем миром принадлежит Центру культуры и молодежной политики Десногорска. В организации решили, что такой благородный поступок будет приятен как самим детям, так и благотворителям. Центр культуры и молодежной политики провел благотворительную акцию «Скрепка» и по сбору школьных принадлежностей для наших юных жителей города. В этой акции приняло огромное количество людей, неравнодушных жителей, предприниматели очень яро откликнулись с нашей просьбой и помогли нам. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.